Итоги сельхозгода в канун профессионального праздника подвели сегодня в регионе. В Золотых воротах Сибири прошло торжественное награждение. В церемонии приняло участие около 400 человек. Это представители агрокомпаний и предприятий, руководители фермерских и личных подсобных хозяйств. 120 из них были удостоены наградами Министерства правительства региона и Тюменской областной думы. Заводоуковский городской округ стал абсолютным победителем по всем сельхозпоказателям. Представители приняли из рук губернатора Владимира Якушева переходящее знамя, которое до конца следующего года будет принадлежать заводоуковским аграриям. Радует то, что у нас сегодня есть предприятие «Крестьянское хозяйство «Дружба», которое занимается производством картофеля и овощей, они вторые после Крыма. Есть предприятие, которое надоит у нас более 9 тонн от коровы. То есть это тоже заслуга тех людей, которые там работают. В этом году регион получил в агропромышленном комплексе существенный рост. За первое полугодие индекс производства продукции сельского хозяйства составил 105,1%. Причем здесь нужно пояснить, во-первых, мы действительно первый раз с вами сделали такой серьезный рывок, потому что до этого момента наши статистические данные колебались где-то между 96, были у нас и такие времена, когда мы даже до 100 не дотягивали. Вот такой реальный шаг, потому что 5% при сегодняшних темпах экономики – это действительно серьезная победа.